Мы тебе скажем. Всем привет, с вами Геворг и Арик, и мы будем подводить итоги нашего турнира по FIFA. Да, всем привет, привет, дорогие друзья. Да, а вчера был финал нашего турнира по FIFA 16, большое спасибо всем тем, кто за ним следил. И, во-первых, мы узнали, кто все-таки стал победителем, это оказался Валентин Волсыком, второе место занял наш читатель Геннадий Галкин, а третье место занял Захар Бочаров. Так вот, мы выяснили, кто победил вообще в нашем турнире, было очень весело, мы вчера стримили... Ну, короче, было неплохо, Ари, как что сказать? Я считаю, что было отлично вообще. Было отлично. Особенно в финале. Во втором тайме. Да, было много всего веселого, но мы еще готовим видео на этот счет, еще посмотрите. Вот, было довольно весело, и теперь настал, собственно, момент подвести итоги нашего спецпроекта. Кто не в курсе, можно было на сайте каждый день отдавать голоса за тех футболистов, точнее, не футболистов, а участников, которые, на ваш взгляд, должны были выиграть. Если вы угадывали, получали баллы, плюс была другая механика, пенальти, можно было отвечать на вопрос, получать дополнительные баллы, бла-бла-бла. В общем, механика была довольно навороченная, и суть в том, что те... пользователи, которые добросовестно выполняли задания каждый день, они должны были набрать много баллов. И сегодня мы среди них разыграем призы. Ну что, я думаю, что не стоит сильно затягивать. А, мы не будем, да, затягивать. Но, будем стараться затягивать? Да, интригу навести, интригу. Все дела. Ну, можешь какую-нибудь статистику рассказать интересную. Да, я могу попробовать рассказать статистику интересную. Во-первых, в нашем турнире приняло участие какое-то безумное количество людей. Чисто участников, людей, которые давали постоянно голоса, было в районе 40 тысяч. И всего ставок было произведено порядка, более 100 тысяч. То есть некоторые, конечно, сдавались после того, как им удавалось угадать нескольких. Слабаки! Да, в четвертьфинале. Но многие все-таки, хотя бы ради фана, играли до конца, и было какое-то безумное количество ставок. Мне очень понравилась ваша активность, спасибо. Надеюсь, что во время итогов года, который мы начнем где-то в середине декабря, будет не хуже. Вот. Я думаю, что не стоит растягивать, потому что куча людей хочет узнать, наконец-то, выиграл ли он Xbox или нет все-таки. Вот. Как скажешь. Хозяин, да. Барин, как да? говорится. Ну что, погнали. Говори, что погнали. Сейчас сначала. Что мы сделаем? Я коротко расскажу. Понятно, что были там тысячи участников, но людей, которые набрали от 30 баллов и выше, оказалось не так много. И мы выделили список из 70 призовых мест, если что, всего 10. И мы составили список из 73. Это те пользователи, которые набрали максимально 100 баллов. Но я расскажу, каким образом мы будем подводить итоги. В нашем тотализаторе, в нашем спецпроекте мы постарались к минимуму свести фактор случайности. Поэтому потому что я помню, было много жалоб во время МКХ, что вот, я набрал максимум баллов. Да, сделали механику более глубокой, так сказать. Да, поэтому добавили пенальти, которые позволяли тем людям, которые еще и правильно отвечали на вопросы, заработать. Не, пусть он показывает список, пусть люди хотя бы узнают, сколько они набрали баллов, мы потом еще статистику опубликуем. То есть спойлеры же. Вообще да. Ну, Вася, не думай. Вася уже, по-моему, показал, да. Вася все равно. Первого не показал. Вот. Хорошо, ладно. Таким образом, те, кто действительно классно отвечал на все вопросы и участвовал во всех заданиях и правильно угадывал, тот и выиграет, собственно, Xbox. На самом деле, человек, который набрал максимум баллов, у нас оказался один. Да. Вот, благодаря вот этой механике, которую мы... Да, он оказался всего один, не пришлось метаться, выбирать между... Не пришлось делать рандом, как вы не любите. Да, человек, который занял первое место, он набрал 38 баллов, он безоговорочный победитель. Еще несколько. Это максимум баллов? Если я помню, можно было набрать 39, наверное, но надо писать на страничке турнира, но это близко к максимуму. Либо он получил максимум, либо один балл не добрал. Он получит от нас Xbox One. Потом несколько человек набрали по 36 баллов, соответственно, это второе, третье, там, четвертое места. Еще несколько человек набрало по 35 баллов, но... Ну, я могу сказать их количество. Да, давай 36 баллов набрал двое человек, а 35 баллов набрало... Четверо человек. Угу. Подожди, вот остановись на секундочку. Угу. Вот все те люди, которые набрали 35 баллов и выше, они уже гарантированно становятся победителями. Они призеры, да. Да, они получают от нас призы. Это либо Xbox One, либо карты для магазина Xbox Marketplace, где вы можете на сумму обозначенную купить кучу игр, если у вас есть Xbox 360, либо Xbox One. Вот. Либо друзья с ними. Либо друзья, у которых есть, да, эти консоли. Но загвоздка в том, что людей, которые набрали 34 балла, уже чуть больше, чем призовых мест.
поэтому мы среди этих шестерых счастливчиков будем... Нет, точнее так, среди этих шестерых трудяг мы будем выбирать троих счастливчиков, которые и выиграют от нас карты в магазине. Поэтому мы и собрались, собственно, здесь, чтобы, ну, все это происходило в прямом эфире максимально прозрачно. Ну что, я думаю, давай покажем список теперь. Целиком? Да. Или без победителя? Я бы показал нижнюю часть. Ну, то есть сначала мы разыграем же среди трудяг. Давай. Мы покажем их. Потом покажем тех, у кого 35 баллов. Давай. Вот. Так и поступим. Зачитаем их имена. Так и поступим. Но нам в любом случае пригодится сайт Random.org. Да, в любом случае. До какого я листаю? До... Где начнутся 34 балла? Это с восьмого места, в общем. Чтобы они все были видны. Начиная с восьмого вниз. Да. У кого 34 балла? Все, Василий все сделал. Так, и мы давай зачитаем посмотрим их имена тех, кто занял, соответственно, с 8 по 10 место. Это... Подожди. Нет, я зачитаю всех, а у них есть шанс попасть в призовые. Ты, в общем, ты зачитаешь сейчас всех людей, которые набрали 34 балла. Да. А какие места они заняли, вы еще не знаете. Да. Владимир Юрьевич. Вот так вот. Бермишка. Бермишка. Классно. Неплохо. Дмитро Старк. Фочан 21. Зашквар. Да, зашквар. Владимир Цибуляк. И Рустам Ульданов. Вот, ну, ребят, вы молодцы в любом случае, потому что вы стали одним из лучших в нашем турнире. Значит, все-таки интуиция хорошо работает и подкованная. Да. Список тех, кто, кстати, набрал от 30 баллов, 73 человека. Да, я говорю, довольно много людей хорошо играли. Вот, и сейчас среди тех людей, которых назвал Арик, сколько у нас их, 6 или 7? Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соответственно. Среди шестерых, да, людей мы сейчас будем разыгрывать карты в магазине Xbox Live, в Xbox Marketplace. Карты одинакового номинала, так что, ну, не имеет значения, в каком порядке это делать. Мы сейчас просто заходим на Random.org и выбиваем число 6, и потом случайным образом из 6 выбираем троих победителей. Я не знаю, что их пронумеровал от 8 до 13. Что 8 это первый? Да, все логично. Все верно. Да. Так, ну что? Ребята у нас пронумерованы, да, от 8 до 13, так что... Подожди, Вась. Я их рядом в столбце, я пронумеровал. Я тебя понял, все, теперь правильно. Я тебя понял. Хорошо. То есть 8 это один... Я вижу, да, теперь я вижу, да, все шикарно, не проблема. Все, да, заходим на Random.org, вбиваем циферку 6. И нажимаем на Random. Три. Третий. Цифра это 3. У нас... Дмитро Старк. Поздравляем, первый победитель у нас уже есть. Да, он получает, сейчас я открою, чтобы не перепутать номинал. Да. Он получает карту Xbox Live номиналом от 1000 рублей. 1000 рублей. Вася. Погнали, выявим второго победителя. Пятый. Если повторится, естественно, будем перерандовывать. Пятый – это у нас Владимир Цибуляк. Да, я прав? Да. Поздравляем Владимира. Еще одна карта на 1000 рублей улетает. Скоро все будем отправлять. Просто да, со свистом. Господи, Геворг, так сказать. Василий, мы готовы к третьему. Третий победитель у нас... Под цифрой 2. Это Бермишка. Ура, Бермишка. Я рад, что он выиграл, тоже, да, потому что не царский, да. Ну что, ребят, Владимир, Бермишка и Димитра, мы вас поздравляем. Вы молодцы, вы получаете от нас по карте на 1000 рублей. Мы пока еще не занимались рассылкой призов, скоро к этому приступим. Угу. Ну что, конечно, я понимаю, что те, кто не попал волей рандома в число призеров, вам, наверное, обидно, но не расстраивайтесь, потому что у нас будет еще куча призов, и в любом случае очень крутые, потому что сумели набрать столько баллов. Угу. Ну, а победителя можно только поздравить. Ну, а теперь давай объявим людей, которые выиграли остальные карты на 1000 рублей. Ну, потом... начиная с четвертого места, да, тех, кто собрал. Почему с четвертого? Давай уж пойдем выше. Мы же начали с конца. Давай, мы сейчас объявили 8, 9 и 10 места, а теперь давай 7, 6. 7, 6, 5 и 4, они получают тоже, да, карты номиналом 1000 рублей в Xbox Live. Это Готер 13, Гоха 2231. Евгений Карташов и Дневичилов, да. Я надеюсь, все правильно, Вася мне подсказал. Мне кажется, это Днище, ребят, читается. Днищелов. Дневичилов, блин. Вот вы читательницы, читалки.
читалы. Как скажешь. Да, в общем, надеемся, что Геворг прочитал твой ник верно. Ты получаешь карточку Xbox Live на 1000 рублей. Да. Вот. Геворг лично доставит ее тебе домой. Да, при помощи электронной почты. Ну что, теперь узнаем, кто у нас стал обладателем карт на 2000 рублей. Да, собственно, второе и третье место получают карты Xbox Live на 2000 рублей. И это у нас... А ты уже заспойлил, да, первое место? Нет еще? Третье заспойлил. Ничего, третье и второе теперь показываю. И это у нас... Дмитро Цибуляк. Много Дмитро, заметь. Слушай, нет, да, был еще один Дмитро и был еще один Цибуляк, кстати. Его брат почти выиграл тоже карту. Как бы. Или да. Это... Людмила Цибуляк. А, Людмила. Не, вон, Владимир Цибуляк в 12 месте. Есть Людмила Цибуляк. Кто-то решил всей семье, видимо, поучаствовать в конкурсе. Здесь две, если что. Ну, бывает. Среди 40 тысяч участников, я уверен, что у некоторых имена повторяются. Да, наверное, и Георгий есть с Ариками. Ну, Арики вряд ли, Георгий, думаю, есть. Дмитро Цибуляк, третье место, он набрал 36 очков. Ну как, второе и третье место, потому что они одинаково набрали 36 очков там. Да. Да, и Дмитрий... Адаскевич. Это второе и третье место. Они получают... по карте для Xbox Marketplace Live. На 2000 рублей. Да. Поздравляем вас, ребят, вы молодцы. Ну и теперь подошла очередь объявить человека, который выиграл у нас главный приз. Это Xbox One. Сейчас его покажу вам в кадре. Вот он. Массивный, тяжеленький. Скоро он отправится победителю. Если он находится в Российской Федерации. Потому что не будем забывать об этом. Если он находится не в Российской Федерации, то мы его тоже отправим, но несколько другим способом. Вот. Я убрал с кадра сразу Xbox. Вернуть его, может? Да верни, конечно. Обнимай его. Верну в кадр. Сиди, обнимай. Не, обнимай ты, потому что у меня Xbox. Давай. Я думал, вы хотите вернуть его в магазин. Бася, объявляй. Победитель. Хотя нет, а что объявлять-то? Имя победителя. Имя победителя? Валидольчик 332. Он набрал 38 очков. 30... Ну, слушай, Валидольчик. Поздравляем вас, Валидольчик. Скоро с вами свяжемся, чтобы получить ваши контактные данные, чтобы отправить приз. Поздравляем, вы были лучшим, вы прямо угадывали все номинации, отвечали правильно на все пенальти. Кстати, по поводу пенальти, у нас есть список, конечно, правильных ответов, мы потом обязательно опубликуем его в новости. Может мы быть, можем показать. Василий сейчас его быстренько да, покажет, и вы сможете посмотреть. Вот. Потом будете нажимать на паузу и проверять, кто будет смотреть на Ютубе, например. Вот. Но мы обязательно все это опубликуем, чтобы вы могли убедиться, что да, вы есть там в списке лучших, если вы один из лучших, и можете посмотреть и понять, что да, вы ошиблись где-то в пенальти. Вот, ну что, поздравляем еще раз всех победителей. Да, большое спасибо. Спасибо за участие, потому что очень приятно было читать отзывы последние пару дней. Вот отзывы, типа, очень классные финалы вообще, очень классный турнир, делайте почаще и так далее. Да, конечно, будем стараться делать почаще, потому что нам самим очень нравится. Это и правда. Нам нравится, что вам нравится, и, ну, и нам нравится, что мы параллельно еще что-то для вас разыгрываем, потому что ну, кто не любит, когда мы что-то разыгрываем? Ну, на самом деле, за последний год, и еще до конца года мы еще, конечно, кучу всего разыграем, но за последний год мы разыграли в сумме что-то около 30 консолей, как мне кажется, и где-то столько же видеокарт, наверное. И ну, мы с огромным удовольствием все это делаем, потому что хочется, чтобы наши читатели, наши зрители ну, имели возможность играть на разных платформах с крутой графикой и так далее. Еще раз вам спасибо. Это были итоги турнира по FIFA 16. Скоро мы все еще опубликуем на странице турнира в виде новости. Всем до связи. Спасибо. Пока.